уважаемая! На минуточку, можно вас? А это вы мне? Ну да, что, иди сюда. А что вы хотели, мальчики? О, а я тебя узнал. Ты же это, дежурная. А что это? Служите-то можно сняться, а? По-бырому. И тут я поняла, что какой бы ответ они ни получили, результат мне, мягко говоря, все равно не понравится. Все дело в том, что вот с такими милыми молодыми людьми, гопниками, проще говоря, может встретиться абсолютно каждый. Но далеко не все знают, как с ними нужно правильно себя вести. В общем, сегодня мы этому будем учиться. Гопниками называют представителей прослойки молодежи, близкой к криминальному миру, либо с криминальными чертами поведения. Как правило, гопники сканируют человека на расстоянии, выбирая потенциальную жертву. Гопнику нравится позиционировать себя как хищника. Здесь, в этой ситуации, прежде всего нужно трезво оценить обстановку. Может быть, намерений никаких негативных и нет против вас. Но если намерение все-таки есть, в этом случае нужно с этим как-то бороться. Поэтому рассмотрим несколько сценариев того, как вести себя с гопниками. Кралечка, чё куда пошла? Мадама, Правило первое. Главное – не останавливаться. В спину тебе могут что-то закричать, но догонять, скорее всего, не станут. Если же произойдет наоборот, беги со всех ног. Если решишься бежать, то лучше двигайся в сторону людных мест. Ни в коем случае не пытайся скрыться в подъезде. Это будет только на руку злоумышленникам. В качестве укрытия выбирай, например, магазин. Может произойти и такая ситуация. Опачки, привет! Добрый вечер! Если общение с гопниками избежать не удалось, вспомни, что ни в коем случае ты не должна показать им свой страх. Не оправдывайся, не груби, не повышай голос и не выполняй мелкие просьбы гопника. Если он перешел грань, то можно спросить в лоб. Прости, господи, ты че по беспределу наехать хочешь? Я сейчас вообще Сереге с соседнего района позвоню, посмотрим, как вы разговаривать будете. По идее, это должно поставить гопника в тупик. Но если обмануть его все-таки не удалось и применение грубой силы неизбежно, вступай в бой. Ой, вот бы навыки самообороны мне сейчас точно не помешали. Единственное, что может использовать девушка в данной ситуации, это неожиданность. То есть тот, кто нападает, он, как правило, думает, что девушка скрупкая, маленькая, скромненькая. Вот, а надо ему подыграть. То есть строите себе жертву, плачете, рыдаете, умоляете, просите на помощь. И тут очень резко, когда он этого ожидает меньше всего, производите несколько уверенных движений, несколько уверенных действий, направленных на поражение наиболее доступных жизненно важных мест противника. Целься в пах, глаза и уши. А если появится такая возможность, можно своего обидчика даже укусить. Посети курсы женской самообороны. Здесь тебя научат с помощью нехитрых движений вырваться из рук гопника. Не стоит пренебрегать и элементарным оружием для самообороны. Газовый баллончик или, к примеру, шокер помогут обезвредить противника. Ребята, привет! Блин, ну так-то она нормальная такая цыпуля. Она не цыпа, она Ирина, дежурная по рубрике. Нормально, это как-то.